Хакасии впервые прошел единый день приема граждан. Масштабная акция, когда кабинеты власти открыты для всех, идея главы Хакасии Виктора Зимина. Вопросы смогли задать более 300 человек. Наши корреспонденты Виктор Буров и Елена Крылова следили за происходящим в разных точках Хакасии. Единый день приема граждан в Хакасии проходит впервые. Более того, это уникальный опыт для всей Сибири. Еще бы, сегодня для обычных людей открыты двери абсолютно всех министров и лично главы республики. Поэтому неудивительно, что на прием к Виктору Зимину в Бее выстроилась целая очередь. Но люди приходили не с личными проблемами. Все просили за свою деревню. Валентина Черноусова обратилась буквально с криком о помощи. Уже больше 10 лет жители Беи задыхаются от незаконной свалки площадью в 10 тысяч кубометров. Люди опасаются за свое здоровье у стихийного полигона 4-й класс опасности. Близлежащие дома, которые вот буквально, если увидите, запах, неприятные нечистоты, свалка, которая горит, и весь дым несет на них, ну, в общем-то, и на Бею в том числе. Я думаю, это никому неприятно, если открыть окошко, форточку, и вместо того, чтобы услышать, у нас в деревне хороший свежий воздух, у нас получается, ну, неприятности, что говорить, смотрите, какие кучи. Виктор Зимин потребовал от Минприроды в ближайшие 2 месяца свалку ликвидировать и рекультивировать. А уже в следующем году в Беи построят новый полигон, оборудованный по всем санитарным нормам. Многолетние мучения жителей районного центра закончатся. Глава будет держать вопрос под личным жестким контролем. Самыми активными оказались жители Новокурска. Из села больше всего вопросов. Юлия Яшкова пожаловалась на отсутствие в деревне детского сада. Губернатор обрадовал, малышам скоро не придется сидеть дома. Строительство 2019-2020 год, стоимость 93 миллиона. То есть будет детский сад. Это уже согласовано с федеральным центром. Еще одна жительница села Новокурская пришла попросить помощи для нескольких пенсионеров в деревне. Дело в том, что предстоящей зимой они рискуют остаться без тепла. Когда 3 года назад в деревне строили новые дома после страшного пожара, в них установили котлы. А те, чьи дома не пострадали, продолжили получать централизованное теплоснабжение. Но в мае этого года власти приняли решение котельную закрыть. Содержать ее из-за нескольких человек стало невыгодно. А на установку собственных котлов отопления у пенсионеров денег нет. Представьте, как им это все со своими проблемами решать. Как им ходить куда-то, выпрашивать, вымаливать все это? Кто им должен помочь, как не наше вот государство? Виктор Зимин распорядился выделить деньги из резервного фонда на покупку котлов в ближайшие дни. Было принято еще несколько важных решений. Так, в деревне Усть-Киндерла уже в следующем году будет капитально отремонтирована школа, которая уже почти 100 лет. На эти цели власти выделят 20 миллионов, а в самой Бее приведут в порядок дороги. Сегодняшний единый день приема граждан для всех прошел очень успешно, но он будет далеко не последним. Следующий должен пройти уже через месяц. Где конкретно встречаться с жителями будет глава республики, пока неизвестно. Елена. Поселок Баграт. Экономика Багратского района сегодня переживает, по сути, революцию. Правительство поставило цель полностью переформатировать систему. Именно поэтому сегодня здесь работают сразу 2 представителя Министерства экономического развития. И первый вопрос как раз по бизнесу. В селах предприниматели столкнулись с проблемой. Онлайн-кассы стали обязательными. Их установка и обслуживание, интернет. Все это иногда сравнивается с месячной прибылью небольшой сельской торговой точки. Схема решения вопроса какая? То есть это только выходить на уровень Верховного Совета. То есть она может и обратиться к депутату Верховного Совета, который от Багратского района идет. И мы здесь, раз уж представляем Министерство экономического развития Республики Хакасия, выйти с инициативы на Верховный Совет, то есть так вот по двум направлениям, чтобы уже депутаты Верховного Совета сформировали обращение к депутатам Госдумы, что вот есть вот на местах какие-то проблемы. На приеме руководители крупных предприятий в Баграде планируют открыть завод по производству рапсового масла. Для успешной работы компании нужно больше земель под посевы. Предприятие готово расти. Где-то как минимум нужно 5-6 тысяч гектар, чтобы пахотные земли. В оперативном порядке все эти вопросы и ограничения снимем. И, соответственно, сам проект будет в дальнейшем развиваться, масштабироваться. И иностранные инвесторы подключатся и вложат свои финансовые ресурсы для того, чтобы этот проект действительно стал значимым не только для экономики Багратского района, но и, я думаю, что в масштабах республики. Были и частные вопросы. Пенсионерка из Первомайского столкнулась с необходимостью оформлять инвалидность. В этот день в Баграде общались с людьми и работники Министерства здравоохранения и образования. Объяснили хорошо, все по пути, все молодцы. Молодцы, хорошо встретили, все, я не,
не ожидала. Я не знала, куда обратиться. Тут вот, видишь, как угадала, что можно. В этот же день прием шел по всей республике. В Абакане на вопросы отвечал Владимир Крафт. Уже через пару часов 12 человек. Люди ищут защиты от мошенников, жалуются на личные проблемы. Есть и те, кто ратует за благополучие родных сел. Сейчас вот была жалоба на главу одного из сельсоветов Ширинского района. Достаточно неэффективно выполняет свои обязанности. На вопрос рассматривался этот вопрос на сходе, где можно юридически поставить в виде претензий и поставить вопрос на голосование о недоверии главе. Теперь министерствам и ведомствам Хакасии предстоит большая работа. Нужно обменяться сообщениями в зависимости от профиля и обработать каждое. Все ответы на вопросы будут даны в течение месяца. Елена Крылова, Виктор Буров, Антон Новожилов и Анна Грек. Вести, Хакасия.